Пассивный доход – отличная цель, к которой стоит стремиться. Это означает зарабатывать деньги, не прилагая для этого активных усилий. К счастью, существует множество способов получения пассивного дохода. Одним из самых популярных и доступных способов является использование торговых автоматов. В этом видео мы с радостью расскажем о некоторых торговых автоматах, которые могут приносить вам пассивный доход. Мы составили список автоматов, которые популярны в разных уголках мира и могут обслуживать различные ниши. Первое место в списке занимают караоке-кабинки. Эти кабинки обеспечивают развлечения в общественных местах и могут быть арендованы для проведения вечеринок и других мероприятий. Их можно размещать в торговых центрах, парках и других местах с интенсивным движением транспорта. Караоке пользуется всеобщей популярностью, и люди всех возрастов могут наслаждаться исполнением своих любимых песен на публике. На очереди автоматы по продаже сладкой ваты. Эти автоматы пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых. Их можно найти в местах с интенсивным движением транспорта, таких как торговые центры и развлекательные заведения, парки. Они требуют минимального ухода и могут приносить стабильный доход в течение всего года. Цифровые торговые автоматы – это еще один вариант, который стоит рассмотреть. В этих автоматах можно продавать различные товары, включая закуски, напитки и предметы личной гигиены. Их можно настроить в соответствии с вашей целевой аудиторией, и они часто оснащены такими функциями, как возможность безналичной оплаты и удаленное отслеживание. Автоматы по продаже мороженого – это классический выбор, и они могут стать отличным способом согреться в жаркий день. Эти автоматы можно установить в парках, на пляжах и в других общественных местах с интенсивным движением людей. Вы можете выбирать из различных вкусов и брендов, чтобы удовлетворить предпочтения ваших клиентов. Капсульные отели – это относительно новая концепция, которая приобрела популярность в последние годы. Эти отели предлагают путешественникам уникальные возможности для отдыха с небольшими номерами-капсулами, которые обеспечивают уединение и комфорт. Они идеально подходят для оживленных городов, где существует высокий спрос на недорогое жилье. Автоматы по продаже сувенирных монет – еще один популярный выбор, особенно в туристических районах. Эти автоматы могут стать отличным способом заработать на популярных сувенирах. Клиенты могут выбрать один из множества вариантов дизайна и нанести его на металлический жетон. Автоматы по продаже горячей еды – отличный вариант для оживленных районов с голодными покупателями. Эти автоматы могут предложить разнообразные горячие блюда, такие как паста, бургеры и пицца. Их можно найти в аэропортах, на вокзалах и в других местах с интенсивным движением транспорта. Автоматы по продаже пиццы – это еще один вариант, который стоит рассмотреть. Эти автоматы предлагают быстрый и простой способ получить горячую пиццу, не дожидаясь доставки. Их можно устанавливать в торговых центрах, парках и других общественных местах. Автоматы по продаже картофеля фри пользуются популярностью в общественных местах и могут предложить клиентам быструю и вкусную закуску на ходу. Их можно найти в оживленных местах, таких как вокзалы и аэропорты. Автоматы по продаже футбольных мячей можно установить в общественных парках и других местах, где люди занимаются спортом. Они могут предложить удобный способ приобрести мяч для игры. Они могут быть адаптированы к различным размерам мяча и могут стать отличным способом удовлетворить потребности нишевого рынка. Автоматы по продаже товаров для маникюра – это новинка на рынке. Они могут быть установлены в торговых центрах, салонах красоты и других общественных местах и могут предложить быстрый и простой способ сделать маникюр или педикюр. Их можно настроить так, чтобы они соответствовали различным цветам лака для ногтей и дизайну. Наконец, автоматы по продаже аккумуляторов становятся все более популярными в аэропортах, на вокзалах и в других местах с интенсивным движением транспорта. Они могут предложить людям удобный способ заряжать свои устройства на ходу. Они могут быть адаптированы к различным типам устройств и могут предлагать варианты безналичной оплаты.